зачем меня было из маршрутки выгонять? Лишь за то, что пенопластом по стеклу вазюков. Ай, дик-дик-дик-дик-да, ай, дик-дик-дик-дик-да, оп-оп. Просыпаюсь бадуна и смотрю, енот сидит. А ты что здесь делаешь? Белки в отпуске пока. Ай, дик-дик-да-да-ла, ай, дик-дик-да-да-ла, оп-оп. Водка у вас свежая? Свежая, конечно. Вчера две бутылки выпил, а меня стошнило. Ай, дик-дик-да-да-ла, ай, дик-дик-да-да-ла, оп-оп. Чтобы быстро разбудить крепко спящую жену, нужно ласково назвать ее чужим именем. Ай, дик-дик-дик-дик-да, ай, дик-дик-дик-дик-да, оп-оп. Петруха вчера постирал свои носки, когда в баню заходил, их по пьяни снять забыл. Ай, дик-дик-дик-дик-да, ай, дик-дик-дик-дик-да, оп-оп. Говорят, диплом бумажка, я скажу, как дипломат. Диплом это не бумажка, это же картонка. Ай, дик-дик-да-да-ла, ай, дик-дик-да-да-ла, оп-оп. Новая диета очень помогает. Наступил на грабли, проскочили мимо. Ай, дик-дик-да-да-ла, ай, дик-дик-да-да-ла, оп-оп. А тебе не надоело у компьютера сидеть? Ты на улицу сходил бы, покемонов половил. Ай, дик-дик-дик-дик-да, ай, дик-дик-дик-дик-да, оп-оп. Для того, чтоб не жрать после шести вечера, есть единственный способ до шести все сожрать. Ай, дик-дик-дик-дик-да, ай, дик-дик-дик-дик-да, оп-оп. А на том языке, как он врачи пишут, вам сегодня дед Петруха анекдот и рассказал. Ай, дик-дик-да-да-ла, ай, дик-дик-да-да-ла, оп-оп. Подписываемся.